Всем привет! Вы смотрите «Универ Ньюс», в студии я, Абдуллина Арина. Итак, сегодня в выпуске. Состоялся визит в КФУ делегации из Турции. Учащиеся IT-лицея КФУ победили в конкурсе «Цифровой прорыв». А в лицее имени Лобачевского КФУ прошел концерт, посвященный Дню Учителя. В возрасте 49 лет ушел из жизни ученый-преподаватель и видный популяризатор науки Аркадий Курамшин. Казанский университет скорбит вместе с коллегами, друзьями и семьей выдающегося профессора. На 49-м году ушел из жизни ученый, преподаватель Казанского федерального университета и видный популяризатор науки Аркадий Курамшин. Проводить последний путь ученого-химика пришли его родные, коллеги и многочисленные ученики. Он был уникален вот, в его любви к химии, его способности это выразить устно, сказать на лекции, его способность это написать. И при всем этом он был прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Теплый. С ним было приятно всегда поговорить. Он просто притягивал к себе людей. Его сегодня нет. К сожалению, вот так бывает, но так случилось. Для университета, для всего университета это огромная потеря. Многим людям он запомнится грандиозной работой, направленной на популяризацию науки. Рассказать о химии доступно для читателей, сделать ее интересной для огромного количества людей. Особый талант, которым, несомненно, обладал Аркадий Курамшин. Несомненно, был талант педагогический, он прекрасно объяснял химию. Очень хорошо он, благодаря ему на химфак поступило очень много талантливых школьников. Очень хорошо у него получалось их увлекать химией, и нам интересно, он рассказывал. Пусть земля будет пухом ему. Аркадий Курамшин известен как журналист, автор научно-популярных книг, ведущий рубрики «Радиокафедра» на БИМ-радио. В начале этого года он стал победителем Всероссийской премии за верность науке. Человек очень разносторонних талантов, об этом, наверное, никому рассказывать и не нужно. Все прекрасно знают, кто он, что он, чего умел, каким он был. Единственное, чего очень жалко, это то, что этот человек так рано ушел, так много не сделал. Судя по количеству провожающих сегодня его в последний путь людей, это, конечно, человек с очень широким кругозором, человек обожаемый, любимый своими студентами. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. КФУ посетил руководитель управления государственных архивов при администрации президента Турецкой Республики. Подробности смотрите далее. В связи с проведением документальной выставки «Царская Россия» в фотографиях из коллекции Дворца Елды со 2 по 5 октября в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля состоялся приезд руководителя управления государственных архивов при администрации президента Турецкой Республики профессора Угур Унала. Отдельным пунктом визита стало посещение отдела древних рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета. Хочу выразить свое глубокое впечатление от отдела древних рукописей и редких книг, которые присутствуют в вашей библиотеке. Это потрясающие рукописи, одна дороже другой. Это большое культурное наследие, которое относится не только к вашей географии, но также и к другим странам и нациям. Только что мы увидели атлас, относящийся к 1803 году, изданный в Турции, поэтому он имеет большую ценность и для нас. Хочу выразить благодарность и свое уважение ко всему управлению университета за предоставленную возможность. Также по традиции гостям представили для ознакомления экспозицию Музея истории Казанского университета. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В стенах КФУ обсудили истоки зарождения народного костюма, дизайн и его применение в Татарстане. Подробности смотрите в следующем сюжете. 2 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась творческая встреча с преподавателями кафедры дизайна и национальных искусств КФУ Эльмирой Ахметшиной и Мадиной Махмутовой, известным российским дизайнером Екатериной Борисовой, а также генеральным продюсером конкурса дизайнеров Heritage Сергеем Борисовым по теме «Татарстан. Искусство жить вместе. История взаимного влияния русского и татарского костюма». В рамках ток-шоу участники обсудили дизайн и его применение в Татарстане, истоки зарождения народного костюма, элементы национального стиля и, конечно, смогли пообщаться с профессионалами своего дела. Можно сделать модным все, что угодно. Любой принт можно сделать модным. Вы же, как дизайнеры, понимаете, что для этого нужно. Ну так не надо вообще никаких
перепрочитывании, перемусоливании, создавании велосипедов по 25-му разу. Нужно брать модные тенденции и туда вписывать национальные колориты. Это по большому счету вообще не затратно. Но, как правильно сказали, если у вас нет базы, вы, конечно, будете делать лепнину, вы, конечно, будете делать вещи, которые мало будут о вас говорить, как о дизайнере нового поколения. Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. Учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета стали победителями всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Более подробно смотрите в следующем сюжете. 27 и 28 сентября в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся школьный хакатон в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». По итогам двух соревновательных дней команды IT-лицея Казанского федерального университета продемонстрировали лучшие результаты, заняв первые места. Мы, когда регистрировались на это мероприятие, мы не ожидали от себя вообще ничего. Мы думали, что это будет слишком сложно для нас, потому что мы все приехали в Казань только в этом году, мы учимся здесь первый год. Когда мы решали задание, мы были уверены в себе, но не думали, что наш результат позволит нам занять первое место среди всех команд во всех номинациях. Это было неожиданно. Для решения задач участникам предстояло продемонстрировать опыт работы с программным обеспечением для профилактики компьютеров, навыки программирования на языках, а также понимание принципов автоматизации бизнеса. Задания были направлены на проверку знаний курса школьной информатики. За все два дня у нас было 4 трека. В первый день бизнес-трек. Мы делали приложение для людей, которые работают в сфере добычи нефти, то есть где лучше прорубить скважину, какие материал находится в этих слоях земли определенные. И, собственно, человек, который занимается разведыванием скважин, он вбивал данные о разных слоях земли и где нашел нефть. И это должно было отобразиться в красивом приложении. И мы решили сделать веб-приложение, потому что это адаптивно для мобильных устройств, для компьютеров. IT-лицей КФУ представили 3 команды, в состав которых вошли учащиеся 9, 10 и 11 классов. Ребятам удалось занять первые места в номинациях «Бизнес-трек», «Кор-трек», а также одержать победу в общекомандном зачете в номинации «Профиль». Участие в цифровом прорыве мне дало огромный опыт, потому что редко проводится в Казани мероприятия такого масштабного уровня. Это тот же WorldSkills, тот же цифровой прорыв. И я думаю, не просто так выбирают именно Казань, потому что Казань – это будущее нашей страны именно в IT-сфере. Участники стали обладателями сертификатов на курсы по программированию, а также были награждены подарками от партнеров. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. В лицее имени Лобачевского КФУ отметили День учителя. Ученики поздравили своих педагогов концертной программой. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. В лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Всех педагогов поздравила директора лицея имени Лобачевского КФУ Елена Скобельцина. Учителей в нашем лицее уважают дети. И благодарны выпускники нашим учителям за то, что дали крылья, дали возможность реализоваться в жизни своим воспитанникам. В нашем коллективе работают выдающиеся учителя. Все они имеют большой послужной список, участвуют в различных конкурсах и достигают побед. Открыли концертную программу ученики 6 класса с песни «То ли еще будет». Один за другим на импровизированную сцену выходили ученики лицея имени Лобачевского, чтобы поздравить своих учителей песнями и танцами. Каждый номер встречали бурными овациями. На сегодняшний день в лицее работают 39 штатных учителей и педагогов. 26 из них имеют высшую квалификационную категорию. Среди них и 12 выпускников лицея имени Лобачевского КФУ. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!